Здравствуй, Архангел Михаил. Поступил такой вопрос, как благодарить, можно ли благодарить своими словами и какой эффект дает эта благодарность. Хорошо, разберем вообще, что такое благодарность по своей сути. Это ответ на определенные действия, которые в разных манерах произведены непосредственно с человеком во всех его проявлениях, как материальных, так и духовно-ментальных. То есть, когда человек благодарит, значит, он остался довольным результатом того, что с ним происходило. Ну вот представь себе на секунду, вы накрыли стол со всей душой и любовью, заботой гостям, а они, уходя после вкусного обеда или ужина, не сказали ни одного слова. Вот такой же, такая же разбалансировка происходит между высшими силами, которые выстраивают обстоятельства таким образом, чтобы человек имел свою еду. И когда нет благодарения в ответ, нарушается гармония, которую чувствует в первую очередь и сам человек. Тоже пример с рыбаком и золотой рыбкой, когда старуха только брала, в итоге осталась у разбитого корыта. И здесь суть позиции берущего без благодарения. Воплощение может быть не одно, то есть это может быть много воплощений, прежде чем терпение Вселенной исчерпает себя и выдаст то самое разбитое корыто. Поэтому, когда происходит взаимодействие, неважно, какими словами будет выражена благодарность, главное, что человек чувствует во время этого действия. Здесь происходит волшебство наполнения, удовлетворения, радости и счастья с обеих сторон. Что дает благодарность? Гармоничное проживание сейчас и большой задел на будущее, когда словом «благодарю» является семечко, но каждое семя прорастет, и плоды этого дерева принесут великолепный урожай. Архангел Михаил, приняла Оксана Камянова.